Привет. Слушайте, ну это просто, я не знаю, как это объяснить. На днях я не мог открыть свой шкаф, но там лежали важные документы. Обыкновенный такой замок. Да, но я был в панике. Я был шокирован, я не знал. Я позвонил слесарю, говорю, мне нужно открыть ящик для стола. А он мне говорит, с вас 5000 евро. Я говорю, почему 5000 евро? Говорит, ну вы же Илон Маск, у вас что, нету 5000 евро? Я решил порыться в интернете и случайно попал на канал Инженер. Да. Я взял ножницы, прямо как на видео. Я не верил, что это возможно. Но вы не будете верить, но буквально за 2 минуты мне удалось открыть этот проклятый ящик для стола, и мне нужен был USB кабель и зарядка для телефона, от этого зависел очень важный проект. Да, я достал этот USB кабель, зарядку для телефона, и вы знаете, этот парень просто сделал мой день. Да. Я тогда решил посмотреть другие его видео. Я думал, все-таки канал Инженер, это связано с моей темой. И я понял, что у нас с ним очень, очень много чего интересного, тем, которые мы вместе над ними, над которыми работаем. Да, плотно работаем, и я решил заняться замками. Да, я понял, что замками заниматься намного интереснее, чем этой машиной, Тесла, полеты на Луну.